Губернатор Александр Ус вручил высокие государственные и краевые награды 40 жителям края. В числе награжденных глава Северо-Енисейского района Ишмурат Гайнудинов, который награжден орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. В настоящий момент волонтеры продолжают помогать населению приобретать товары из списка жизненно необходимых. В разгар пандемии в период весны-лета молодежный центр выполнил 114 заявок в поселке Северо-Енисейский и других населенных пунктах. Соблюдать превентивные меры, то есть носить маски, перчатки в общественных местах сегодня обязаны все, в том числе и пассажиры автобусов. Работники транспорта тоже должны соблюдать все правила. В существующей реальности чаще проводится и санитарная обработка автобуса. Теперь ее делают и на конечных остановках. В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий в Красноярском крае с 23 октября по 23 ноября сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Особое внимание будет уделяться водителям, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Рейдовые мероприятия будут запланированы не только в самом Северо-Енисейске, но также в отдаленных поселках.